Эта голубая гора называется Heavenly Days, небесное изумление. И обычно здесь можно встретить человека в белой ковбойской шляпе. Зовут его Билли Кид, но сегодня его нет в городе. И поеду я один, расскажу вам историю Kidding Around on the Slopes. Шучу на горных склонах. Привет, друзья! Это ваш тревел-курьер Майкл Осиповский, и в предыдущем видео я рассказывал, что познакомился с чемпионом мира, но не поставил его фото, думая, что потерял. А вот вчера нашел на старом телефоне, и сегодня гордо их демонстрирую. Он чемпион мира по горнолыжному спорту, и его зовут Билли Кид. И ему даже поставили памятник под горой, и он легенда. Вообще-то его зовут Уильям Уинстон Билли Кид, и он родился в 43-м году, он бывший чемпион мира по горным лыжам и член сборной США 62 по 70 год. На зимних Олимпийских играх 64 года в Инсбруке Кид и его товарищ по команде Джимми Хеуга стали первыми американцами, завоевавшими олимпийские медали в горнолыжном спорте, завоевав серебро и бронзу в слаломе. 6 лет спустя Кид выиграл золотую медаль в комбинации и бронзу в слаломе на чемпионате мира 70-го года в Аль-Гардене, Италия. Потом он переключился на другую трассу, уже в качестве директора, по лыжам, в Steamboat Springs, в Колорадо, и будучи послом не только для Steamboat, но и для всего американского запада и лыжного спорта, Кид мгновенно узнаваем по его ковбойской белой шляпе Stetson. Во время лыжного сезона лыжники и сноубордисты могут присоединиться к Киду для ежедневного бесплатного горного спуска, когда он в городе. В час дня на вершине гондольного подъемника Silver Bullet, и в ней даже есть его фотография. Когда вы будете кататься на лыжах с Билли Кидом по трассе «Небесное изумление», спросите его, каково это кататься на лыжах на Олимпийских играх. Я познакомился с чемпионом в тот же день в кафе на пресс-конференции. Поговорил с ним, сделал с ним фото, подержал в руках его 3 медали, золотую, серебряную, бронзовую. Они такие были на разноцветных ленточках, золотая в виде итальянской снежинки, тяжелые такие. Приятно все-таки держать золотую медаль чемпиона мира по горным лыжам. Happy Powder Day in the boat, everybody!